начинаем играть God of War. Хорошая война, что ли? Да, хорошая война. Ну, получается, хорошая война или хороший воин. Я не знаю, английский. Вот. Продолжаем играть. Продолжить. Итак, мы с сыном, как я понимаю, пришли в поселение великанов. И не знаю, вымерли они или остались живы, это нам неизвестно. Мы пока только вошли за территорию, где проживают племя великанов. И что нас там ждет, я не знаю. Зато мы убили одного, как он называется, ну, хрен знает, какой-то бессмертный, не знаю. Он восстанавливался все время, нам пришлось его несколько раз долбить полностью. Оказывается, у нашего героя тоже есть функция, чтобы он не сдох за раз, два. Так, я не понял. А что это за... Что это? Что это за светлая эта хрень? Так, я что-то взял. Подождите, так, смотрите, на римляна похож. На, не буду рисковать. Так, ладно. Вау, ни хрена себе, я чуть не пропустил, представляете? Не видел, честно скажу, не видел. Что это за белая пелена? Так. Ведьма! Подожди. Вором не угонишься. Они для твоих стрел, стреляй. Ага, вау. Это что-то нечто быстрое. Отец, берегись. Блин, я что-то не понял, а как это так-то? Блин, а я не могу, да? На! Так? Берегись, отец! На, получай. Это, короче, получается, сначала, чтобы сын мне стрельнул, чтобы она... На, чтоб сын в нее стрелял, а потом уже я ее приначу. Так. Это была настоящая вельма. Никогда не думал, что увижу. Вельма, ну давайте посмотрим, что это такое. Так, не. А, карта сокровищ, артефакты. Кстати, спонсор нашей программы сегодня царский, водка, царский кубок, да. Так, награды, подожди. Активный, выполнено. Кодекс. Рынок. Это что? В какую сторону мне надо листать, чтобы... Вальва. Воительница. Мама рассказывала, что некоторые ведьмы обретают силу, обменивая частички своей души на магию Сейдр. Сейдр. Хрен прочтешь. Постепенно они теряют все человеческое и превращаются в велье. Все они могут мгновенно исчезать, а в эти вельве еще и умеют отравлять прикосновением и дыханием. Ниста! Не понял. А ты что, не идешь никуда?
Не, ну это реально какой-то это рыцарь не с тех эпох. Это римский легионер какой-то, больше похоже. С иракезом, как сказать, в броне в этой исправной. Так, насчет топора я почитал, оказывается, я-то играю ни хрена не в первую версию. Так. Что тут еще есть? Так. Я играю не в первую версию, поэтому... Может, пойдем дальше? Так, а что у меня тут есть? А где я могу залезть? А первые версии это вообще какие-то другие... Как она называется? Какой-то там охренеть воин. Воин какой-то называется, ладно. Подождите, мне надо вниз. Так, я не могу здесь спуститься, хорошо. Предположим. Так, я не могу здесь. Ладно. Вот эти иероглифы, они что-то значат или просто так? Это тоже неизвестно, ладно. Будем выяснять. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Да что ее мать-то? Откуда мне знать? Спускаться? Подожди. Ни хрена, как так он меня убил с одного удара, что ли? Подождите, блин, я что-то вообще ни хрена не понял. Как так ты меня убил с одного удара? Так. Собрал все, что можно. Так, давай вниз, вниз, вниз. Так. Так вот, как сюда спускаться. На. Живой? Он через броню пробивает. Какой-то мощный тип, я не знаю, и честно сказать, не знаю, что это за человек и как его хреначить. Так. Это жизни. Ну нет, у меня пока жизни есть. На. Мне просто интересно, подождите, давайте я пока его не убью, я не успокоюсь. Ведь по идее я должен его убить. Так вот, как сюда спускаться. Место! Подожди. На. Готов, жду приказа. На. Это, короче, мне вокруг него, не знаю, как заяц прыгать, не знаю. Ладно, я потом это обрежу. Надо только не забыть тот момент, когда я сказал, что обрежу. Так.
Давай вниз. Так вот, как сюда спускаться. Снова драу! На! На! Блин! Подождите. Подождите, идите пока. Занимайтесь своими делами. Да что это мать-то? Нет. Как мне его победить? Так, а если его это не побеждать? Так вот, как сюда спускаться? Да тут полно драугров! Низко! На! На! Блин, да как он в меня попадает-то нахрен? Я вроде как от удара-то должен был уйти. А-а-а! Можно резать на любом месте, я уже какой раз пытаюсь. Давайте будем смотреть. Так вот, как сюда спускаться. Да тут полно драугров! Есть, я загасил эту тварь. Блин, охренеть! Хоть я не эмоционально, но мне реально сейчас понравилось. Охренеть. Какой небольшой, говорит, главное вилять своей жопой туда-сюда. Да побольше, да почаще. Так. Так, ладно. Здесь мы пока ничего не нашли. Они могут стою хоть дой. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Так. Блин. Все, полезли наверх. Единственное, что меня радует, это сынок, то, что он действительно, блин, на мне катается и едет на мне, твою ж мать. Так. Подожди, я хочу кое-что посмотреть. Я, когда срубал ведра... Они вниз падали. А нахуя? Ой, прошу прощения, я не матерюсь, но я не... Ну, тут... царская водка вообще виновата. Ой, царская водка, царский кубок. Царская водка, не дай боже выпить. Царский кубок. Царская водка это кислота. Кислота.
серная, вот только не помню. Но дело в том, что радости она мне не приносит, серная или нет. Так. Восстановили чего-то там. Давай, 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 давай. Перекатами, подкатами и вперед. Сынок. Давай. Так, что у нас здесь? Наверху. Сейчас, минутку, наверху. Мы возьмем здесь сначала. А для тех, кто меня смотрит, для новых подписчиков, и не только, напоминаю, что я начал сбор средств на видеокарту, так как моя устарела, но мне не хватает для того, чтобы прокрутить новые игры. Поэтому даже рубль 2, 3, 4, 5, 100, 10 тысяч, не важно, какая сумма будет, благодарен я вам. Обратно. Ну как? Иди за мной. Благодарен я буду в любом случае. Ссылку вы найдете ниже в описании, куда можно закинуть денежку. Так. Подожди, а я отсюда тебя вижу? Нет, нет, не вижу. Подожди. Да. Вот так, я тебя размотал. Так, подожди, я сейчас здесь еще размотаю. Так. О. Да. Да. Подожди. Захреначу тебя. Порвал. Так, минутку. Сейчас, минутку, подождите. Да, я порвал его. У меня где-то тут жизни были. Вот так. Подожди, не спеши. Давай. Давай, 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 еще, 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 еще. Да. Да. Подожди, ага, сейчас ты меня нахрен. Ты че, дебил, блин? Я в джедаях за секунд 20 первого, как получается, бой только начинается. За секунд 20, наверное, где-то около 20 фрагов получал. Так что не надо мне вот это вот лошарство вот здесь. Да. Читаем историю. Сын, здесь еще один. Это типа Санта-Клаус был. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О! Наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Грунгнира. Идиот. Тело Грунгнира. Так. Каждое святилище хранит историю легендарного великана. Так, найдите святилище 2 из 11. Уходя, великан оставил святилище, которое хранит их историю. Похожие сказки мне рассказывали мама. Она очень нравится. Так, маме они очень нравились. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти. Мир. Больше, чем мир. Так. Хрень какая-то. Подождите. Всем лежать, это мне неинтересно.
Потери. Так, мы нашли эту игрушку, так. Драгур. Так. Тяжелый драгур. Драгур метатель. Бешеный волк. Так. Дайди кем пока. Я хуй его знает. Это. А, это, кстати, прошу прощения. Прошу прощения. Минутку. Он похож на разбойника, но говорит с каким-то это холодный какой-то. И чужак. А, стой. Подожди. Чужак. Кодекс. Так, что это за существо? Так. К нам пришел странный человек, покрытый татуировками. Так, ага, ну это про него читал. Да что его мать. Прошу прощения, я не могу сладить так. Ага. Получается, вот это молот Тора нарисован. Он именно так и рисовался в Скандинавии. В скандинавской мифологии, если быть точнее. Так, а Гургнир, Гаргнир или тому... Гарнир или кто он там нахрен? Это копье, которое не промахивается. Копье Одина. Но я не знаю, почему здесь тело нарисовано. Может, это... Перед тем, как он копьем стал, он был человеком. А это Один, наверное, нет? Рогатый такой. Смотрите, на него стрелы летят, все на него. Почему на него все ополчились? Ведь он хороший малый. Ну, в смысле, даже брать по скандинавской мифологии, он... ничего плохого и никому не хотел, не желал. Видимо, какой-то... вышло... недоразумение. Так, я вот тела сбиваю, интересно, это что-то дает мне? Подвешенные тела, не знаю кого, честно скажу, кто тут кого вешал, кого. Они вообще народ странные были. Пойди сюда. Слушаюсь. Этот ёж я уже видел. Так, давай. Мир гномов безопасно. Гномов? Ну, гномы это да. А, ради защиты от бродяг Хель и его жители пустили стражи Асгарда. Стражи Асгарда. Асгард это у нас, где Один обитал. Это там, на свои границы. Так, теперь хвала прозорливой мудрости Одина. Ваны могут не рассчитывать на помощь Свартальахайма. У эльфов по-прежнему хватает проблем. Все идет по плану. Хранитель ворона. Блять, какая-то хрень, я не знаю. Я как понял, служителей Вальгалы пустили к себе. И теперь вот... Так, расхлебываю. Так, минутку. Здесь я был, это... Ой. Да. Ты ну, сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Так. Так, первая печать снята. Где вторая печать? Минутку. Бля. Так. Кому-то я должен люлей наковылять здесь. Блин. Внутри что-то хорошее. Конечно, хорошее. Так, как мне опустить эту штуку?
Твою ж мать, одни мосты, мосты только. Вон она. На. Готово. Пойдем за третьей печатью. Вот это мне нравится, кстати. Какой-то, как сказать, мини-квест. Я не знаю, как это даже правильно назвать-то. Но это не квест. На, просто взял оттуда все, что было. На, я помню, да. Что вот это надо так это убивать руками. Ты его сделал. Подожди. Сын, стреляй! На! На, подожди. На! Подожди, где были? Да точно помню, стой, блин, вообще, нет. Все, теперь я понял, кто там и что там, и мы еще... Вот так вот. Ну, на этот манер мы будем рассчитывать. Так. Берегись, отец! Подожди. Да. Все, вёрвы не сдаются! Подожди. Твои стрелы! Ой, да сейчас. Да два раза. Вот эти падлы. Да. За противника не считаю. Подожди. Да. Так. Хорошо. Где ты? Где ты? Я готов.
Стреляй из лука. Да. Да подожди. Да. Так. Следи за ними. Блин. Так. Да. Подожди. Да. Да. Все. Тяжело. Тяжело, да. Так, мы, как я понимаю, отравлены или что-то в этом роде. Что у нас здесь имеется? Я уж не помню, блин, мы сюда пришли, чтобы уничтожить какую-то печать. Так, там есть гробница, там спуск, бля. Почему так много всего? Место. Так. Подожди, подожди, подожди. Сейчас, минутку тогда. Подождите. Пока я буду разбираться, что к чему здесь. Так. Там, бля, куда? Так. Ну-ка, давай-ка туда сходим. Ради интереса. Вон туда, на вершину. Так, здесь мы были. Давай запрыгнем, посмотрим. Да. Блять, здесь что-то огненное должно быть. На. Взяли. Где еще что-то есть? Так, мы с вами и так мало будем продвигаться, но зато мы узнаем с вами все. Всю подноготную. Кто в нее еще не играл? Да. А это все-таки линейка, кстати. Единственное, то, что она ответвляется на плюшки. Только где ответвление, где нормальная линия. Самому надо узнавать, решать. Ну, дело в том, что... Так, вон она. Наверху падла. Дело в том, что каждому самому надо...
Да ж твою мать. Хер там, да? Пошли. Я только за. На. Открыл. Взял. Яблоко. Так. Яблоко мне жизни дает. Это мы уже узнали. Так, чтобы мне туда попасть. Так, ладно. Ой. Честно скажу, ой. Сил моих более нет. Ну давай. Нашел. Что-то возвращает мост. Так. Вот так. Хитрая штука. Блин. Подождите. А эту штуку как поднять? Это с той стороны, я так думаю. Ну как бы то ни было. Как бы оно ни звучало. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Ты, сын, со мной-то общайся. Хотя бы не какое-нибудь невербальное общение, я не знаю. Игра интересная, сложная. Ну, блин, это вот надо, знаете, чтобы у тебя было время много. Чтобы в нее играть такую без передыху. И тогда, да, ты весь в ней утонешь, в этой игре. Замечательная игра. Так, ну а вам напоминаю, что собираю, я теперь коплю на новую видяху. Мне надо-то... Ну надо, да, на новую видяху. Для того, чтобы продолжение всего контента было. Так. Фу, что за вонь? Подожди. Давай. Это скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро люди, разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. На. Он же один. Ты серьезно? А это сын. Так. Ты-то, блин, какие. Так. Ты
Это кто такой? Отец, помоги! Сынок, подожди! Атрей! Мальчик! На! Сниму это тело с себя. С тебя. Так, а мне надо назад. Я видел, что там что-то есть. Ну, тортик. У меня есть тортик. Тортик, муравейник. Это да. Закрой свое сердце. Я думал, закрой свой рот, скажет. Идем. Нам было бы долгий путь. Да, смешнее. Ага. Так, минутку. Оставляем тортик. Да. Порвал. Да. 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 Давай. Они вернулись. Все кончено. Давай уйдем. Тогда Подожди. Соберись. Надо искать выход. Надо искать выход. Тут столько колонн, столько всякой это херни. Цель. Блин, я хотел вот. Лишь взять. Всегда есть выход. Давай. Опусти цепь. Ладно. Не ладно, давай иди. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Что ты в апатии-то? Что тут есть? Ты ушел в свои мысли. Не думай. Он бы тебя убил. Убил бы. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Хрен нас там. Ты сбрось мне цепь, козел! Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь, я просто... Мне что? Надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слышь, мать, я не взял там какую-то хрень. Хотя пути я не видел, кстати. Так, ладно. Да. Ты
Ты посюда же пробрался, гаденыш мелкий. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Блин, Бринский. Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься. Господи, это кто там такой гордый? Кто там такой смелый? Охренеть, я тебя запинаю, да? А тебя захаркаю тогда. Где тут кто? Чего застряло-то? Шевелись! Пошла! Подождите, а я вроде здесь был. Да? Вот здесь охреначился, потом потуда он вылазил. Так что не надо мне тут укорять и что-то вину ставить. Чего застряло-то? Кстати, а тогда получается, что у нас там? У нас он там какая-то штука какая-то есть, которую можно собрать. Я, честно сказать, не знаю, куда бежать, налево или направо. Поэтому давайте сходим, посмотрим, что там есть. Ага, вот куда я пойду. Я точно знаю, теперь я заберу этот сундук гребаный, хотя я думал туда как-то по-другому пройти. Чего? Так, я что-то не понял, подожди. Мы отсюда с тобой вышли. Так. Так, ладно. Может, я чего не понимаю, не догоняю, но... Так. Вставай, двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Ага. Чего застряло-то? Шевелись! Пошла! Стой! Ну-ка, давай почитаем, что это такое. Награды. Вороны. Ладно. Не понимаю. Чего застряло-то? Что, ты застрял, что ли? Короче, я где-то что-то потерял. Именно такое у меня сейчас предчувствие. Давай. Рассказывай о своих бедах. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Да!
раз, поверь мне, пожалуйста. Так, и что это такое? Видео. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Куда ты ведешь ее? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Разумно. Брок. Вера Логан. Вот и пошло на двух лапах еще. Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? А давай. Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Стоять! Диггер пикет тумбар бакру! Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Работай, конечно! Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. Чувствую, у меня топор сейчас преобразится. А где так, вторая надо еще половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Другое дело. Добро пожаловать в лавку гномов. Здесь вы можете улучшить свое снаряжение, а также создать новые предметы шелк и мыши, чтобы начать меню улучшения. Брок дал вам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествия, можно использовать для создания и улучшения предметов. Так. Выберите Лелиафан, щелкнув мышью. Так. Снаряжение влияет на характеристику и степень опасности Кратоса. Улучшив топор, вы увеличите его влияние на силу своего героя и получите возможность побеждать более опасных врагов. Здесь указаны характеристики и степень опасности Кратоса. Чтобы увидеть описание характеристик, нажмите Б. Так, понятно, чтобы увеличить урон от рунических атак. Повышенная сила урон. Немножко сложно для меня, конечно. Так, чтобы ускорить остановление рунических атак, повысите восстановление. Каждая характеристика влияет на игровой процесс. Чтобы скрыть описание, еще раз нажмите Б. Характеристики повышаются при получении предмета, указывающего на карточке, а также таблице характеристики Кратоса. Получение оружия приводит к постоянному повышению характеристики. Другие предметы повышают характеристики только тогда, когда Ксардос использует их. Ресурсы, требуемые для улучшения предмета, указываются в нижней части его карточки. Ну давай. Так, Левиафан, успешное улучшение на закладке навыки, доступны новые способности. Будем смотреть. Замерзшее пламя. Улучшение оружия дает вам возможность приобрести новые навыки. Чтобы сделать это, пройдите на закладку навыки. Так, щелкните мышью. Так. Так. Обнаружение враги при душенный Артесом получает. Так.
хвост тоже броня. А так сложнее попасть. Так, выбрал. Что дальше? Коготь. Чего тебе, мелкий? Не все, что пристрелишь, можно есть, понял? Коготь успешно. Улучшение. Так, на закладке навыки доступны новые способности. Хорошо. Чего вам еще? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Так. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Да. Подожди немного. Да. Сбил твою атаку. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, искренне. Знаешь, да. Что приемлемо? Твоя стойка! Я дерьмо наступил! Так. Сейчас минутку. Да. Подожди. Да. Так. Одного точно приговорил, второго тоже. Ой. Ну третий типа еще тоже идешь. Да уж, умеешь мой папаша рубиться. Ты небось тоже такой учишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Так. Ну что, глянь. Примерно в ту сторону. Получается, все время наверху был. Ой, внизу был. Так, ладно. Мы встретили этого гнома по пути к горе. Он оказался кузнецом и не простым, а знаменитым. Он сделал топор для Леофана и даже улучшил его для моего папы. Он был довольно грубым и ворчливым, но мне все равно он понравился. Надеюсь, мы еще встретимся. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. И да, хочу напомнить вам, что собираю средства на 500 купить на новую видеокарту. На этом все. Прощаюсь с вами. Шутка. Давайте, про что шутку? Шутка про Штирлица. Не знаю, говорил я, нет, но тем не менее. Штирлиц ходил по лесу, искал грибы. Ни одного не нашел. Да, не сезон, подумал Штирлиц и плюхнулся в сугроб. Вот такая шутка. Можете рассказать у себя. Ну, желательно под пьяную лавочку. И тогда будет эффект бомба. На этом все. Пока.